informativno-komercijalna mreža radio i televizijskih stanica. Vikom Radio Televizija Banja Luka. Prestonica Rusije spremno dočekuje novu godinu. Cela Moskva pretvorila se u pravu bajku. Na glavnim ulicama i trgovima postavljeno je na hiljade jelki koje liče na prava mala umetnička dela. Gradski parkovi pretvoreni su u klizališta, a moskovski bulevari u raznobojne svetlosne tunele. Ali ima jedno mesto u Moskvi gde novogodišnja čarolija nikada ne prestaje. To je moskovska rezidencija Deda Mraza. Ajde da vidimo šta se tamo dešava i gde živi ruski Deda Mraz. Domovina ruskog Deda Mraza je veliki ustjug, udaljena skoro 1000 km od ruske prestonice. Tamo je njegov dom, a ovo u Moskvi je njegova dača, odnosno vikendica. No, вот это и есть моя усадебка. Столичная резиденция. Здесь я встречаюсь с ребятишками. Вот, делимся мнением, как отпраздновать Новый год. Smeštena je na jugoistoku Moskve u parku Kuzminki. Tu on boravi sa svojom unukom Snjeguročkom. Mnogi naši brati i sestre ljubit krasni cvjet. Oni считают его красивым. Ja ničego protiv ne imam. Когда-то и мы со Снегурочкой, она в беленьком, я в красненьком, потом я в беленьком, она в красненьком. Мы менялись. Нам нравятся разные цвета. У нас вообще много нарядов. Да, мы иногда меняем, как обычные люди. Захотела в красном, да, захотела в серебре. Снегурочка у меня вообще очень модная девочка. Да. Ну, я стараюсь не отставать, хоть и старенький, а модненький. Да. Это правда. Синий мне очень нравится, он торжественный. Он олицетворяет зиму матушку, он олицетворяет чистый лед и наши чистые помыслы. У русском фольклору Снегурочка – лик из русских байки, а таянственная златокоса лепотица настала е от снега и потом оживела. Према народной легенди, она е ћерка пролећа и мраза. Вот потому не боится она ни зимы, ни лета, ни холода, ни жары, и стала вот таким закаленным моим помощником. Вечным спутником Дедушки Мороза. Да. У пошту Деда Мраза пристижу письма из всех краев Русии и бывших советских република. У новогодишние праздники сту стигне и до 30 000 писама. А это как можно быстрее доставить письмо в разные Древняя Русь, 19-е СССР, современность. Вот такая интерактивная игра. Током целой године у московској резиденцији Деда Мраза организују се позоришне представе, концерти, фестивали, изложбе, уметничке радионице. Сваког дана у зимско време московску резиденцију Деда Мраза посети најмање 2000 људи. Смотрите-ка, это хорошее желание, мне очень нравится. Хорошо, так и быть. Прямо сейчас вы подружитесь с моей внучкой Снегурочкой. Кто заказывал это желание? Я! Желание уже начало исполняться. У своем родном кабинету он прима гости и разговара с децом. У нему се налази чаробный трон, на коме се замишляю желе. В это зеркало я вижу, как ребята себя ведут. Если плохо, соответствующее отношение к себе. А если хорошо, подарки такие хорошие, добрые, как полагается. Хорошим ребятам хорошие подарки, правильно? Посета Деда Мразу и Снегурочки не могла пройти без традиционной русской чаянки и новогодишних поклона. Чизмице с ликом Снегурочки и книги о том, как се Нова година слави у Руси и свету. Ту је и прича о традиции празнования у Србији, и лична посвета Деда Мраза. А Дедушки Мороза, ну и вот, конечно же, подарок. Сама Снегурочка здесь нарисована. Вот она какая красота. Вот сюда можно что-нибудь положить.
Вот как здорово. Держите, пожалуйста. Спасибо. Это для вас. Спасибо, что в гости пришли. На растанку Деда Мраз и Снегурочка су српском народу пожелали срећну нову годину. Я хочу пожелать, чтоб весь народ поверил в том, что нет ничего невозможного. В свои силы, в свои желания, в свои мечты. И начал все это воплощать. И слушал сердцем. Если сердце подскажет делать так, делайте так, наши сербские друзья. Мы вас любим. Очень. Ну что, с наступающим Новым годом!